как улечь там так. Ну да. Ты мне ловно. Ну что, Тох? Сорвался. Че, да, смотри. Ну все равно удовольствие. О, отцепилась. Сама? Угу. Опа! Воблеры не те у него. О! Тихо. Ну, я думаю, хоть задрыга. Андрюх, покажи, как наловил тут. Рыбаки, всем здорово! В планах у нас было 5:30 уже быть на рыбалке. Но баня вчера все испортила. В итоге на рыбалке мы в 7 часов. Ну ничего, у нас слабенький ветерочек как раз. Зашел в подслушку тут местную. Щука клюет у всех дуром. Я думаю, у нас тоже будет. Андрюха вон с города приехал. Ага, гуляет, да, уже? Еле добудился нас. В общем, сегодня будем ловить щуку на спиннинг. На воблеры, на блесны, на вертушки, на все подряд. Лайки, шмайки, подписочка, поехали. Смотри, какой там лещ торчит. Смотри, какой лещ там торчит. Андрюх, видишь ли? Стой, дай я вынул воблер, Лёва. Ну такие хорошие. Ну как? Подожди, ну... Вон там все. Да ты мне воблер сними. Такие подлещики хорошие, да? Не будем брать-то? Вон там еще один, смотри, какой хороший. Ну что, Тох? Да я тоже думаю, только надо натянуть. Есть, да? Третий уже. Сачок сзади, Тох. Маленькая? Хорошая, да? Килограммчик? Молодец, Антоша. Килограммчик, да? Поборолась? Ну, покажи. Нормальная. Полностью, да, съела? А у меня есть ножницы, сто. У тебя есть, нету? Опа! Вы видали, парни? Да. Хорошо взял. А, из-за рыбалки? То, что не клюет? Да и не клюет тоже, бля. Мне кажется, заветно. А здесь, походу, раньше старый мост был, да? Похоже. Какие? Какие? Свайт прям древний. Ой, какие тут местечки-то, да? Только вот видишь, погода, походу, подвела нас. Ну что она не клюет? Мне кажется, то, что утром было пасмурно. А сейчас видишь? Может, пораньше надо идти. Ну а что раньше? Ну на час бы мы раньше пришли.
Ну, может быть, да, поймали чуть побольше. Ну, она сейчас маленько поворачивает, да, река? Может, ветра там не будет? Может, ветра там не будет? Хотя бы без ветра покидать тоже покайфовать. Андрюх, поймал что ли? Голова взял, да? Огромная ее, Лёха, как у тебя? Ну хоть поклевку увидел. Канабилась. Хоть поклевку увидел. Ах ты, блядь, сорвался, сука. А? Да, прям вот, ну, спать. Вот эту тоже. Андрюх, сорвался у меня. Вот эту тоже обкидал бы. Ну да. Ну, маленький. Походу есть. Хорошая. Хорошенькая. Ох, какая. Хо-хо-хо-хо! Больше килушка! Больше килограмма! Полторушечка даже, наверное, слышишь? Полторушечка! Андрюх, полторушечку взял. Я вообще никуда не тороплюсь. Добраться мы найдем как. Я никуда не тороплюсь, а добраться-то мы найдем как. Поборолась, поборолась. Ну хорошо, поборолась-то. Есть, да? Хорошая? Есть, да? Хорошая, да, то? О, хорош. Опа, свечечка какая. Говорю, рабочий, блядь, вертушка, блядь. Только повесил вертушку, Андрюх, сразу поклевка. Ну, тоже нормальная, да? Слабенько, да? Андрюх! Ну ты когда начнешь ловить-то? Конечно. Еще одна? Да? Ушла? Вертушка, да? Да то, что ли, вертушечку повесить? А теперь обидно, да? А у этого еще одна, Андрюх. О, а что, блядь, нам делать-то, я не знаю. Он на вертушке. Наверное. Что-то травы тут. Да.
Да. А как забилось? Да не, выпущу, маленький прям. А? Опачки, хороша. Забагрил, что ли? А, как тащилась-то? Андрюх, я твою, походу, взял. Работает воблер-то. Ну, такой нормальный. Клюнуло, да? Да хоть задрыга, Андрюх. Как же я ее пропустить-то мог? Ну все равно удовольствие. Ее вообще ложить некуда. Он все морозилки, во всех морозилках она лежит. Ну не знаю, что она заказала мне. Ладно. Не, я это на Москву я заказываю, а по... Опа, клюнула, клюнула, Катюха. Все, отстань от меня. Давай заказывай на продукт. За глаз, что ли? А, не, нормально. За глаз. Ну, говорю, заводинка какая. Ну там он хорошо, смотри. Да, там зал хороший, блядь. Да. Нормальная. Давай, сачок. Такая. Ну да, такие приятно таскать. Ну давай, тормози мой этой заводи. Бля, и заметил, на середке, да, ударило-то? Привет. Нормально. Хорошо. Ну такие, да, хорошо таскать, приятно. О, отцепилась там. Сама? Угу. Нормальная, да? Да, да. Сам той. Да. Рабочий воблер. Прям, прям у лодки, да? Прям вот здесь было. Ну вот такая же. Прям как ты, вот прям вот здесь взяла. Хороший, да? Живой? Сачок можешь дать? А, ну и все. Не уплывет он? Хороший, да? Блять, угу. Ну так, а пал больше, чем у меня. Сидушка вылетела, что ли? Ты желтый уже. Да.
Не, вообще ни одной царапины. Смотри, какой хороший. Думаешь, прошли с очком? Короче, для контента оставил. Прям здоровый, Тох. Смотри, Тох какой. Да непонятно как-то. Ага. Он, блядь, белый уже. Ну уже да. Ну я так вот для фотографии оставлю. Поймали же? Иди сюда. Ох, как! Не хвоста, не чши. Рыбаки, здорово! Рыбалка сегодня удалась. Оператор что-то у нас сегодня плоховатенько, конечно, полавливает. Воблеры не те у него. Вот он, рабочий, красавец. Даже лещи на него клевали сегодня. Не мелкие. Показать, что ли? Хорош, да, взял? Еще один есть поменьше. Смотри. Давай, вот такой есть. А еще вот такая есть. И вот такая есть. Других не буду показывать. Слишком крупные. Есть. Хорошая. Очень хорошая. Ох, блядь. Тихо, тихо, тихо. Вот она. Взял, взял. Ой, молодца. Ай, ты моя маленькая. Ну, я думаю, больше полторушки. Ты смотри, какое место. Тох, смотри, какие места. Здесь перекат получается, а тут прям глубина, походу. Вот это местечко. Смотри, ветра нету, да? Ну-ка, попробуем. Да. Ох как! А? Да. Как у меня вот задрыги. Задрыги ты их называешь? На копчение. Хоть задрыга. Блять, задрыга-то уже есть. Андрюх, покажи, каких ты наловил-то. Блять, их тихо. Вот смотри, блять, из руки бежит. Это более-менее. В общем, рыбаки, мы отловились. Проплыли мы столько примерно. Мне кажется, километров 15 мы по реке сегодня дали. Рыбы, в общем, клюют плохо. Андрюх вообще молодец. Он там приехал за 60 километров. Поймал, он только что выпустил две крупных щуки. В общем, лайки, швайки, подписочка. До новых встреч.